После разговора с губернатором Сергей Плотников встретился с юными воспитанниками Хабаровского Амура. Новоявленный чемпион мира считает такие мероприятия обязательными. Хабаровские мальчишки оккупировали входы и выходы в Платинум-арену еще задолго до начала мастер-класса. Каждый из них мечтал воочию увидеть триумфатора чемпионата мира по хоккею и, конечно же, получить заветный автограф. В самой Платинум-арене юные хоккеисты выстроились в живой коридор. Когда же чемпион наконец приехал, они встретили его овациями. Сергей Плотников оставил памятные автографы абсолютно всем. Причем мальчишки подошли к выбору предмета росписи весьма креативно. Были и клюшки, и кепки, и кружки, привезенные из Фартового для комсомольчанина Минска. Юные хоккеисты надеются, что инициалы чемпиона непременно принесут им удачу в будущем. Взглянешь ты на эту кружку, будешь вспоминать о нем, как он победил, и захочешь также победить все. На встрече побывали и еще одни гости из Ярославля. Трое 16-летних хабаровчан год назад перешли в систему «Локомотива», а теперь приехали на каникулы домой. Волею судьбы с Сергеем Плотниковым они увиделись лишь сейчас на своей родине. Спортивные планы у хоккеистов самые смелые. Стараюсь пробиться дальше в системе «Локомотива», в первую команду, возможно, попасть и, возможно, сыграть с Сергеем Плотниковым. Сам виновник торжества терпеливо дождался, когда очередь за автографами и совместными фото подойдут к концу. Сергей Плотников считает такие встречи необходимыми для достижения будущих спортивных результатов. Чтобы, наверное, не филонили, как это обычно бывает, наверное, в детстве. Дети говорят, не хочу, не могу. Чтобы осознавали, к чему надо идти, и готовились к этому заранее. Запланированный ранее мастер-класс пришлось отменить из-за травмы Сергея Плотникова. Но она, конечно, не помешала сделать эмоциональную общую фотографию напоследок. Роман Игнатик, Алексей Яковенко, «Вести Спорт».